гоняют продавцов из Африки. Вон они бегут с мешками своими. Рядом едет полиция. И вот так вот они их преследуют. Самое интересное, что они их как бы не тормозят, в плане там ничего не проверяют, ничего у них не забирают, просто не дают им торговать. Вот они сейчас вот здесь стояли, в этом месте. Полиция подъезжает, они вынуждены бежать. Вот они бегут туда. Полицейские спокойно на своих мотороллерах идут за ними, едут за ними. И, естественно, те быстрее не могут мотороллеров, поэтому полиция их догоняет. И так вот они в перегонки играют. В конце они их, видать, то ли из этого центра, то ли делают одним словом так, чтобы они все разбежались. И чтобы никого не было. Его дела здесь происходят. Так, то же самое было и в прошлый раз в Мадриде. В общем, это здесь всегда. Эти африканцы, они всегда продают здесь свои сумки, там Прада, Армани, все, ну, естественно, это подделки все. Вот, но бизнес, как вы видите, скорее всего, идет, раз уж прекратить это не могут. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.